После развода с мужем он перестал помогать материально нашему ребенку. Хочу подать на взыскание алиментов, но слышала, что в закон вступили какие-то изменения. Подскажите, куда с этим обращаться теперь? С 1 октября этого года вступили в силу изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, касающиеся подсудности дел. Если ранее делами о взыскании алиментов занимались мировые судьи, то теперь часть таких дел переданы к подсудности районного суда. Итак, в мировой суд сейчас можно обращаться с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на детей в долевом отношении к заработку. Процедура быстрая, достаточно простая, поскольку судебный приказ выносится в течение 5 дней без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Если же требование содержится о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, ну, например, бывший супруг не имеет постоянного дохода, является индивидуальным предпринимателем, то такой иск подается в районный суд. Также потребуется обращаться в районный суд с иском о взыскании алиментов в долевом отношении, если необходимо привлечение третьего лица, то есть бывший супруг уже выплачивает алименты на детей от другого брака. Напоминаю, что до подачи иска в районный суд истцу потребуется направить копии иска с документами другим участникам процесса, заказным письмом с описью вложения.